Эта тропка в гаражном кооперативе «Ремонтник» в сказочную страну вела когда-то давным-давно. В те же стародавние времена за гаражами был ручей Кузьмин. Теперь вода осталась на другой стороне проезда Шабулина. Это же место стали называть Кузьмин-овраг. Но теперь здесь твердые коммунальные отходы. Банки, бутылки и даже бамперы. Неизвестно, как долго все это копилось. Местные пожаловались на стихийную свалку первому заместителю Волжского межрегионального природоохранного прокурора. Специалист выехали на место. Масштаб их впечатлил. Различным хламом завалено 5300 квадратных метров. С целью устранения нарушений природоохранная прокуратура предъявила исковые требования к администрации города Рязани. Решением Московского районного суда города Рязани на администрацию города была возложена обязанность ликвидировать несанкционированную свалку. В исполнение судебного решения администрация города Рязани заключила муниципальный контракт на разработку проектной документации по ликвидации несанкционированной свалки и рекультивации нарушенных земель. Стоимость такого муниципального контракта почти 3 миллиона рублей. Работы осложняются тем, что подходы к оврагу уже заросли бурьяном. Плюс естественный уклон местности. Сроки устранения будут прописаны в проектной документации. Исполнение решения суда находится на контроле Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры. Если несанкционированную свалку не устранят, то ведомство поднимет вопрос о привлечении к ответственности, вплоть до уголовной.